Александр Тимофеев, житель Ульяновской области, стал обладателем функционального протеза, который изготовили по индивидуальному заказу в Москве. Сейчас мужчина активно осваивает свою новую руку. Прошло совсем немного времени, но Александр уже отметил ряд преимуществ нового гаджета. Больше 30 лет ульяновец носил косметический протез, который доставлял массу неудобств. Старый протез, он из себя ничего не писал. Просто кусок пластмассы и огромный канат, который нужно было с огромной силой натягивать, чтобы всего лишь у него один палец только отогнулся. Никакого захвата не было, ничего делать было нельзя. Рука была в согнутом состоянии. На одном из приемов Александру предложили поставить новый протез, и уже через месяц ульяновец получил свой первый функциональный гаджет от компании «Моторика». По программе государственного страхования пациенту установили тяговый протез «Киби-2.0» бесплатно. Сколковские инженеры создали искусственную конечность по индивидуальным параметрам. Все вопросы по изготовлению обсуждались в удобном для пациента онлайн-формате. Перед использованием новой руки был проведен инструктаж по ее эксплуатации с мастером из Москвы. Помимо этого, необходимо было получить разрешение от лечащего врача. Протез, который мы представляем, это протез предплечья активного типа. Прописан у пациента в программе реабилитации. Обеспечивался он за счет средств фонда социального страхования по направлению фонда социального страхования. Какие функции выполняет протез? Это функция активного схвата. В первую очередь она позволяет ему брать как крупные, так и мелкие предметы. Функция хвата осуществляется за счет движения лучезапястного сустава. Тяговые тросы фиксируются на опорной части протеза и регулируются индивидуально. Таким образом, протез можно настроить не только на сжим всех пальцев, но и на их частичное сжатие в любом порядке. И уменьшить роль протеза невозможно на самом деле. То есть протезирование – это не только косметическая, не только какая-то вспомогательная функция. Это что значит дать возможность человеку почувствовать себя полноценным человеком, когда у него отсутствуют те или иные возможности. Отрицательных побочных эффектов у протезов моторики нет. Напротив, это хороший тренажер для мышц руки и гармоничного развития позвоночника. Такие протезы помогают обрести больным самостоятельность и полноценное движение. Алина Тихонова, Юрий Ломатов, Улправда ТВ.